Давай, моя водонепроницаемая клавиатура, не подведи меня. Как меня тут кашель заебал. Один только Blizzard хардкор. Только любая раз, только хардкор. Нет, только рандом. Только хардкор. И сейчас мне выпадет орда, я буду угорать. Три орды ты при нежити. Кто последний, тот и лох. Ну, Димон. Димон последний, а? Дарк, кто быстрее загрузился, что такое? Непонятно, непонятно. Кто первый тут? А я кто первый? Дарк на 4. Ну да. Не, видел на обработке. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Так, все, я знаю, где кто. А мы тоже знаем, oh где. Да. Кстати, Blizzard's кто? Валера, ты кто? Скажи нам, если не секрет. Что сказал? О, так, убер скорость. Нет, мне надо убер скорость. Ой, блядь, я забыл, совершенно забыл, сука. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Нужна древесина. Да ты еще в этом сомневаешься? Пару было один, и он начинал качаться все заново. Сначала он Дарк. Ты орков по стандарту сейчас поведешь, да? Я их просто взял, я хочу просто проверить эту тактику, которую я смотрел на турнирах, ну блять. А, да, я знаю, сейчас будешь троллить. Хотите троллить базы. Постройка завершена. Не, я просто привык к стандарту. Из хабы ха. Я не имею еще понять, что такое стандарт для орков. Стандарт для орков это из хабы ха, бугаимый начальник. А теперь можно по-русски. Блейд мастер, мастер клинка и ловец духов. И бугаи. Это стандарт для орков. Блин, Валера! Валера. Валерка, играю в одного гера. Валерка, не подыхайся. Нужно больше золота. Постройка завершена. Так, в одного? Да, я бы сейчас привел. Валерка, хороший человек. Да, очень хороший. Ой, что я так все быстро побежала? Клятва дана. Я тут просто может быть. Постройка завершена. Господи, тупая урка. Я жажду служить. О? Димон! Блин, сейчас начнется. Я ж говорю, надо было кому-то другому хоставать. Да он у него просто пробует. Димон, все окей. Чего? У меня проблем с компом. Я готов мстить. Постройка завершена. Ты дерево ломай, что ты стал? А чуть не самое лучшее время. Может потом РМК? Нет, РМК уж точно не будет. Исследование завершено. Так. Мы пока тут, наверное, как минимум полчаса будем рубиться. Я так думаю. Постройка завершена. Класс вообще. Воплощение тьмы. Сейчас бежать продавать можно. Мой гнев на вас. Наконец-то. Свой дерево. Замерзло. Ой-ой-ой.
О, давай. О, а вот и Дарк пришел. Ты не обнаглел? Может, хотя бы хильнешь? Да, еще рановато хилять. Как бы. И что? Ну и то, зря зачем тратить. Ману пусть так. Я жажду служить. Я воплощение тьмы. Да блин! Это что такое вообще? За короля лёгкий! Эх, какую взял этот, как... Да начнётся битва! Плащ-невидимка. Который это лорда, походу. Два плаща-невидимки, это ненормально. О, и у тебя ещё плаща-невидимки. Моё терпение. Ой, сюда не надо. Как прикажете. Дай плащ невидимку. Если есть. Я воплощение тьмы. Забудьте всем невидимку. Как прикажете. Ладно. Исследование завершено. Постройка завершена. Так. Постройка завершена. Постройка завершена. Да свершится предначертанное. Так, сюда. С моими лагами. Вали, 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 братюнь, Грант, сваливай. Иди на помазку. Чего желает мой повелитель? Да. За твоим Грантом бегут. Да я вижу. Исследование завершено. Оставил. Стопить. У кого ребенок плачет? Постройка завершена. Я воплощение тьмы. За короля лёгкого! Я жду. Сонный браслетик выпали. Оооо, так пойдёт. Так. Плащики продал все? Да, да они не нужны им. Просто. Постройка завершена. Исследование завершено. Где прольется моя кровь, исполню с радостью. Чешкин кот. С этими, с призраками, поосторожнее. Исследование завершено. Исследование завершено. Ваша воля исполнится. Так. О. Ага. Ёбан. Чего желает повелитель здесь? Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Постройка завершена. Исследование завершено. Постройка завершена. Вы звали меня. Угу.
Постройка завершена. Зиккурат. Я жажду служить. Воплощение в игре завершено. Че? Воплощение в игре — это херня. Так. Нужна древесина. Чтобы видел, какие у меня вставания. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну, Павел, как всегда, пойдет в некросах. Где прольется моя кровь? Исследование завершено. Там ты и сюда. Дела не ждут. О. Исследование завершено. Я готов мстить. Ой, бля. На город наших братьев напали враги. Дела не ждут. Ой, не бескончился лоу. Исследование завершено. Я иду. Кто-то трубку положил. Да, наверное. Мое терпение истощило. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Что ты хочешь увидеть? Жизнь за Нецума. Я буду твоими глазами. Чего желает? Звал меня? Исследование завершено. Да свершится предначертанное. Чего Валера, можно? Валер, ты тут вообще? Ты увидишь все. На нас напали. Можешь мне вопрос? Жизнь. Нахуя? На всякий случай. Просто это Павел. Я буду твоими глазами. Посмотрим. Эй, тогда я буду следующим. Ну про что там? Так, на нас напали. Звал меня. Жду приказаний. Ты что, ты так долго спустишься? Мертвые ждут. А, отлично. Пошли. Какие пробы с деревом вообще? Воля тени. Такие проблемы с деревом, пипец. Говорю. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Я готов мстить. Я жажду служить. Айда отменять. Напали враги. Мое терпение. Ты увидишь все. Тайное станет явным. Ты пробудился. Жду приказания. Ждут. Мертвые слушаешь объятия напали враги. Наглый. Тирочек. На центре. На город наших братьев напали враги. Чего желает мой повелитель? Чем это так все из рук валится, криво? ДК, блин. Посмотрим ДК. Нужно кто у нас вот такой? Нужно построить Зиккурат. Да свершится предпочтение. Чего желаешь, мой повелитель? Я буду твоими глазами. Павел, Кель, пошел сзади. Что ты хочешь? Я готов мстить. Склоняйся, воля и сволочи ждут. Я жду. Постройка завершена. О, вот так. На город наших братьев напали враги. Постройка завершена. Мо
твое терпение. Между мирами стройка завершена. На город наш. Что у нас есть? Да, здесь мамочки. Да. Звал меня. Мертвые служат тебе. Исследование завершено. Жду приказаний. Исследование завершено. Идите в другую сторону. Так. Ты увидишь все. Мертвые служат тебе. Да иду. Я готов мстить. За короля. Да начнется битва. Такова воля тени. Мертвые служат тебе. Ты звал меня? Как прикажу. Исследование завершено. Да, некроманты решили. Я кое-как диспелю. Ты что, все таки узнал, что можно рассеивать? Неужели? Да, перо. Воу, запелю. Какова воля тени? Мертвые служат тебе. Жизнь нельзя сумарить здесь. Исполню с радостью. Ты звал меня? Павел, один выиграл. Да. Не, некромант реально не перешел. Такова воля тени. Так. Против каждой расы, каждой тактики есть своя тактика. К сожалению, вы не то используете. Ну, почти то. Но все равно не то. Чего? Воплощение тьмы. Жду приказаний. Во имя короля следования завершено. Удачных трупов я знаю примерно. Я жду. Я жажду служить. Постройка ваша завершена. Мертвые ждут. Постройка завершена. О, мое терпение истощилось. Мертвые служат тебе. На город наших братьев напали враги. Я воплощение тьмы.
на город наших братьев. Какова воля тени? Враги. Да хранит меня тьма. Я готов мстить. Жду приказаний. Такова воля тени. Но? Во имя короля мертвых на город наших братьев напали враги. Постройка завершена. Постройка завершена. Наконец-то. На нас напали. Исследование завершено. Наших братьев напали враги. Да начнется битва. Посмотрим. Я воплощение тьмы. А уже шестой уровень. Мертвые ну, против вам. Да иди вот! Замер слова! Какой тугоум! Господи! Несомненно! Вызвали меня! Склоняюсь! Против Павла драться это. Ну ты уже понял. Моё терпение истощилось. Поэтому я говорил, давайте она, давайте. Потому что там только войска Павла. И немножко квартиры. Да ладно, в основном. Просто мы вас смели там почти. Мертвые стороны идет живым. Говори, я готов мстить. Основная проблема в том, что слишком много некромантов. Как прикажешь. Ты звал меня? Я служу ледяному дрону. На нас жду приказаний. Такова воля тени. Моё терпение. Так, минус Валера, хотя я не уверен, что минус он. Наверняка где-нибудь затарился со своими дружками. Хотя кто его знает, это же Валера. Наш золотой рудник скоро. Ах ты ж, блядь! Звал меня? Мертвые ждут. Я воплощение тьмы. Жду приказаний. На нас напали. Исследование завершено. Какова воля тени? Я готов мстить. Мертвые ждут. Такова воля тени. Жду приказаний. Я жду. Ты звал меня? Слышал. Воля тени. Мертвые ждут. Я готов мстить. Жду приказаний. Ясно. На нас напали. Mm-hmm.
Нет, у них там артефакт. Я воплощение тьмы. Говори. Ты звал меня? Димон, застань. Исследование завершено. Твои служат тебе. Какова воля тени? На нас напали. Да начнется битва. Мертвые ждут. Да, Димон. Давай, Димон, до конца разруши его базу. Я верю в тебя, ты должен это сделать. Да кончик с этой херней воев. Можете сразу сказать расположение своих баз, чтобы я не мучился уже. Дополнительных. Золотой враг обрушился. Лол. Да. Беспалевное дерево. Я так и знал. Да ладно, оставлю его пока. Блин, они сами идут туда. Это моё дерево, я уже зарепался. Я иду. Ты не видишь. Галя. Не трогай. Где ты послужил для предков, Димон? Иди в баню. Исследование завершено. Какой армии против старого? На нас напали. Мое терпение истощилось. Короче, я пока отвлекаю армию Димона, она гоняет меня. Какова воля тени? Не хватает маны, не хватает маны. Надо было играть 5 против Павла. Да какой 5, блин, меня бы сразу снесли. Один раз уже играли один против троих. Спасибо, больше не надо. Галя, что ты? Садись. Мертвые служат тебе. Жду приказаний. Мертвые ждут. Я выживаю, как могут. На нас напали. Восемь косарей золота, я в ахуе. Не у меня. Я служу ледяному. Александр. Жду приказаний. Мертвые служат тебе. Такова воля тебе. Нет. Меня тьма. А? Во имя Спас. Короля мертвых. Ну что ты сюда залезаешь, если не хочешь сидеть? Какова воля тени? Да хранит меня тьма. Во имя короля мертвых. Мертвые служат тебе. Прольется моя кровь. Интересно. Звал меня? Живые выступают. Мертвые ждут. Жду приказаний. Да иду. Мертвые служат тебе. Я вызываю как. Ну, Галя! Что делаешь? Так, блин, где-то еще они заселись. Блин, жалко, тут нету гоблинской обсерватории, сейчас бы нашел. Во имя короля мертвых. Короче, по всей карте разгуливаем тупо и все. Да хранит меня тьма. Зачем? Интересно. Теней наймите и разгуливайте по карте. Жду приказаний. Где-то они заселись. Такова воля тени. Ну, Галя!
Вот здесь еще не смотрели, кстати. Моя горгулья летит. Окей. Горгулья. По всей карте ходим. Сделано. Нельзя. Чего желает мой жизнь пролет? Да свершится предначертанное. Ждут. Ага! Беспалевная база Дарка. Ты звал меня? Ну, чем тебе орки не угодили? Какова воля тебя? Вот скажи, чем? Как чем? Они за демонов, а демоны ложки. А ты нежит, должен помогать. Нет, я предал демонов и правильно сделал. Предатели. Да, они слабаками оказались. Так, рабы, закупаем Гера. Рабы, Гера? Тебе. Какова воля тени? И всё. Сейчас там. Наши братьев напали враги. Только всё, он вышел. Это была суровая нежить. Мы выживали, как могли. Звал меня? Я выживал, как мог, в общем-то. Я воплощение... Вот нет никаких артефактов за дерево, а? То людей... Смеяйте. Спеть вашей можете пойти ко мне подлекать. Звал меня? Да блин, где у вас еще? Да хранит меня тьма. Блин. Блин, 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 черт. Такова воля тьмы. Интересно. Во имя короля. Так, здесь никого нету. Интересно. Нет, 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 нет. Лови его, блин. Через полторы минуты я буду виден Павлу и всем остальным. Жестокий Варкрафт. Мертвых. Да хранит меня тьма. Так, ну благо главное задание, надеюсь, все уничтожено. Я должен вас увидеть. Нет, у меня построено одно. Так что тебе меня так просто не увидеть. Мертвые. Ой. Служат тебе. Набегают. Ага, все-таки есть. Набегают, твари. А, главное здание. Я слышу. Блин, это не то. На нас напали. Короче, все, через 40 секунд мы будем видны всем, и крайне. Мое терпение истощилось. Ну что, по всей карте, что ли, распихали все подряд? А то что-то, блин, куда не ткнешься, везде кто-нибудь есть. Жду приказаний. Тут людяшки. Такова воля тени. Ох, ты них еще и. Бугая лоли, ты не есть. Я охуел. Такова воля тени. Они будут моими. Ты звал меня? Ребята. Нормально, я сказал ресурсом, подошел и выжрал ту воду. Наконец-то. Откроется. И где же, блин, они? Как прикажете. Инвиста что видит? Ничего. Тень моя видит, блин. Про нежить забыли совсем. Плохо вы знаете меня. О, армия, Димон, здорово. Как дела? Димон, куда ты ушел? Убей его. Твои мясники. На нас напали. Мертвые служат. Там тоже стоят. А, вот он где. Блин, черт. Я помогу. Неужели? Нет. Yeah. Я держался. Трепещите, смертные. Зло пришло в этот мир.